Рыба есть у кого-то? У меня 15 штук осталось, но я сейчас еще сверху 20. Подспизди там с ГБ чуть-чуть. Спасибо за сумму. Да, тебе кажется, сумму сдохнет нахуй, если туда еще что-нибудь выложат, блин. Тут бесконечной ярости, сейчас уже сплю на месте. Пока этот настой появится. Уже, блин, за чаем сходил, он до сих пор сканирует. Так, я с Егором в машине, получается. Рыло с Денисом садись в машину в эту, в разрушитель. Рыло, иди туда, в левую машину. Слева. Смоньте Дениса. Сейчас у меня, блядь. Так, Васек, ты тогда в осадку. И дох с ним вместе в осадку. Асмодей тоже в осадку. И Ладомир с ним тоже в осадку. ШП. В Диз зашел, нет? Не вижу пока. Смотрите, будем бить башни Морозную и Фреи. Тори, этот, две остальные оставляем. Попробуем сделать плюс два. Получится, не получится, не знаю. Бля, Кирюх, у тебя сколько с собой настоев? Я уже полторы минуты пытаюсь кнопку. У меня 8 штук есть. А, ну я у тебя тогда 2 возьму, бля, в пизду этот аук. Смените, пожалуйста. Еще до сих пор не пришло. Слава, что там у тебя? К пауку подхожу. Сейчас я подлечу уже сам. Дэн, ты вон с рылом в машину. У кого из вас высший там левел, садитесь за руль. Ну, получается. Спасибо. Садись, сиди, он сзади тебя. Сейчас. Такси. Такси, Максим. Вези, вези. Зашел приз. Да, зашел. Вот он, Роман, здесь. Рома, а садись на мотоцикл. Будешь на мотоке ездить. Войт, как закончишь, там сразу говори. Только напомни, где какая башня. Димаш, я помню, блядь. Сейчас будем смотреть по названию, они же там подписаны все, блядь. А, ну да, тоже верно. Вон, башня жизни, это Фрей башня, по идее. Та, которая внизу. Ну, мы, получается, просто башню жизни и башню льда сносим, правильно? Да, две убиваем. Чтоб нас не замораживало, блядь, и чтоб цветов не было, блядь.
А смотри, надо будет сейчас шкафануть опять. Сейчас слава раздуплится там. Ага, выпало триня, блядь. Сейчас ливаю. Ну, тогда я вообще всем составом залетел. Бля, суп отошел. Жалко. Плюсуй, там волчат, я не знаю, куда-нибудь. Блять, бой, камень кастую, все, короче, сейчас сливну оттуда. Так, чё, поехали. Ой, давай в моток тоже. Всё, едем по центру. Слава, ты же... А где находится морозная башня? Какая из них, блядь? Ну, жизнь я вижу внизу. Ну, вон где-то справа, получается, по карте, если смотреть, скорее всего, там. Ледяная должна быть. Сейчас заедем, посмотрим. Все, ломаем всю хуйню. По центру. Может, там как-то по этим... Вот эти в небо, которые столбы идут, может, как-то по ним можно понять. Ну, наверное, справа... Ну, вот зеленая, по идее, это жизнь, блядь. Да. Снежинка там такая была, где-то я видел, наверное, слева. По-моему, слева сверху где. Наверное, она морозная. Ну, морозная, она что там, ХП дает? Ну, морозная, это которые замораживают, ездят лучше, чтобы их не было. Эти рыла, не отделяйся от всех, гоняй со всеми, пожалуйста. Подбивай, Егор, колчеда. Тяни. О. Я интересую три босса после разрушителя. Очень сильно. Потому что и шмот охота. И интересно, как они работают. Давайте по великану заехали все, вот эту, которая 2,9 лям. Так, давайте все вместе. Поехали вниз, спускаемся, ломаем эту башню жизни. А там дальше потом будем искать, а где там следующую надо ебануть. Блять, а вот сейчас крюк есть. А в 20. Там разные мотоциклы. Разные мотоциклы. Один красный, один синий. А я садился, блять. Я смотрю, он синий. И нету, не было в нем 25-ки. Вот у меня прям, блядь, на видео есть. Я не знаю, как так. Ну, в некоторых есть крючок, в некоторых нет. Протяни, Егор, еще. Ну, он пишет, во всех есть. Блять, что-то хуй знает, что это за хуйня. Не, там не во всех есть. Там, типа, есть хилка, а есть крюк. Ну, я понял. Но я говорю, я в синий садился, моделька синяя, а там хилка, блядь. Так, поднимаемся наверх, ищем морозную башню, будем ее ломать. Две остальные пробуем оставить. Так, поднимаемся наверх, тут сейчас все маяки ломаем и ищем морозную башню.
я понял, ты имеешь в виду сесть в этот, в люльку, блядь. Бля, я что-то и не тыкнул. Ну ладно. Башня холода на мосту. Все, ломаем. Вот тут все вокруг, все маяки, всю хуйню, чтобы бой не забагал. Вот еще маяк тут полуживой, блядь. На мосту это получается вот тут, да? Все, сейчас направо, да. Вот как поднялись и направо едем. Вот этих всех вокруг убиваем. Лишнего ничего не говорите. Маяки ломайте, ладно. По-здоровому заедьте. Мне с крюком понравилась такая тема ездит. У тебя тоже крюк там, док? Это вообще прям такой ассист хороший. Все, поехали на мост. Так, все. Едем обратно на центр. Если есть какие-то мобы мелкие, поубивайте их, чтобы бой скинулся. Все, заезжайте на середину, на вот эту машину, блядь, на круг. Пополняйте энергию себе и вот этих мобов расстреливаем. А, колчатан не сбивайте, смысл. Не надо ничего сбивать. Мобов зачистим, потом будете сбивать. Все равно пропадет потом. Все, отъезжайте назад. Мы его всех сагрили, чтобы босса не сагрить с пули. Подъезжайте сюда, к линии. Откуда мы стартуем обычно? Все, заезжайте все на круг, пополняйте себе энергию, фул. Ну он убегает куда-то, он свейдился типа. Кто? Не отсюда мог. Забейте хуй, пусть убегает. Сейчас типа бой сразу, по идее, начнется. Не. Ну а че вы там стояли, близко кто-то? О, этот, выходите из пушек, умирайте. 45 миллионов хп. Нормально. Урон и хп увеличено. А этот от огня, это получается ОЕшка увеличена. Ну да, там просто надо в нее не заезжать и все. Типа те, что замораживают лучи, это мы убили башню одну. И убили башню, которая цветы вот эти респаунит, которые там его бафают, хилят. Сейчас попробуем закидать, получится, получится, нет, нет. Давайте все через портал туда, по машинам также рассаживаемся. Так, что будем решать с колчеданом? Как будем стакать? До 10 сразу? Ну, да, наверное, да, да. Потому что... 25 просто, 1-1-2, 1-1-2 или... Не, смотри, смотри, в чем прикол. Вот ты стакаешь пока один стак. И пока ты две единички нажимаешь, этот один стак, он дамажит мало.
А 10 стаков, они дамажат много. То есть дамаг в секунду большой. Сначала... А, ты имеешь в виду стакать слезы, а потом 1-1-2 же? Да. Ну да, стакать, а потом поддерживать. Да, поддерживать. Он моб сзади бежит. Так будет максимальный дамаг. Он, ну, максимально возможный за ГГД, который ты кидаешь. Как и на Око, на Малигасе. Так же. Типа, чем больше стаков, тем больше дамаг. Тут так же, только максимум тут 10 стаков. Хорошо, сейчас подождите, мне починиться надо. Дэн, давай все пополнить, да, энергию? У всех хп там полный, у машин все в порядке? Ну, кроме вас, да, у вас КД сколько, 18 секунд. То есть сейчас. Скажешь, как откатится его? Все откатилось. Короче, стакаем тогда 10. Колчедан друг у друга не воруем. Денчик, вы тогда правее сместитесь, чтобы у вас там колчедан был, чтобы мы у друга не пиздили. У тебя рыло там за рулем. Рыло, едь правее. Буду вам подвозить там с далеких углов. Все были готовы, поехали. Работаем. Тяни, Егор, а тут что слева? Все равно лучше есть, блядь. Так это ж не замораживающие лучи, это лучи, которые урон наносят от Торима. Кстати, проебали. Тяни. Не теряй стаки, кто там второй. Изи, ебать. Надо было плюс 3 делать. Конечно. Голова, кстати, неплохая. Ногу неплохая, шея. А, у тебя шея-то ДД-шная, да? Ну, почему-то все равно шмота нету, блядь, 39-го или 26-го. Мне кажется, его и не было. Ну, значит, это не хардмод. Хардмод это 4, получается. Да, хардмод это 4. Ну, короче, факт в том, что, блядь... Надо тренироваться, блядь. Там, понимаешь, там вот эти... Как они называются? Кого мы отключили? Хадира? Лучи, которые ходят, получаются. Они замок... Не, мы отключили морозные. А. Башню пыла отключили. Морозные цветки. Да, цветки. Цветки-то вообще жопа, блядь. Так, мы в прошлый раз, когда били астрогрылы, мы в два хила били? Ой, в два танка били или в одного? В два. Давайте так же делаем тогда. Дух в танка. На мне боя нет, только на суфе бой есть. Егор, дай по нему диван. Бой на суфе и на доге. Можно помереть, чтобы он на этих... Да, док уже прошарен. Идите тогда, умирайте на моба, вы те на комбой. Че, у суфа нет? Суф, диван дали после... Рыло, иди умирай туда. Там порталом сюда залететь.
Ну на суфе нету боя, потому что тебе диван, этот, диван дали. Думал, Егор просто бежал, споткнулся. И я, кстати, чили, и случайно убился. Получается, да, блядь. У меня тоже такое было. Кушайте, рыбку справа поставил. Я только не понял, вроде бы все нормально на ДПСили, но кто-то, блядь, при этом умудрился стаки колчедана потерять. Я проебал. Я отъезжал, блядь, отвернулся, отъебывался от него. Просто прикол в том, что... Я вижу, ДПС одинаковый, но я стаки проебал. Какая хрень какая-то. Если бы я не проебал стаки, я бы еще больше набил. Васек, Васек, ты тут? Вася. Конечно. Ты этот, переоденься там, что ли, блядь. Там кому починиться надо, рейги купить, еще что-то. То у тебя шмот на хиладит, я так понимаю, да? Так, все кушайте все рыбу. Кто там что бафал? Кто мне каску дал? Каску ты да, да. Тогда, Владимир, раздавай кулаки МП5. Лапа есть, пристабов есть, фласочки, всю хуйню выпили. Так, давайте тогда решаем так. Дох, ты на больших? Тебе проще. Нет, 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 наоборот. Вой, ты на больших? Дох на мелких. Я буду в дога напуливать. РДДшники, ваш приоритет закливать, а уехай мелочь, потом бить большого. Если два больших вышло, один пак мелких, тогда бьем, бьете больших. Мы мелочь сами закливаем. Когда, блядь, наоборот, один большой, два пока мелких, кливайте мелких, помогайте хотя бы там до 50% хп. Кто у нас танчит? Дох и воет. Так, все были готовы, поехали. За гарпуна, за гарпуны Асмодей ответственный. Тотем киньте от огонька. Чтоб аура стояла третья, это льда. Отходи. Рыло, 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 проснись. Большой. Все, РДД, большой. Я что-то завтыкал, тут же всего две машины, блин. Так, вторая появилась. О, Геру, поехал. Она скоро снова взлетит. Исту по Дену закинь. Блять, я на тебя мак расписал. Ну ладно. Не лутай, Врон, зачем ты перед лицом стоишь, Войт? Да, бывает, хуй знает, было, что багалось, а поворачивалось. Боюсь. Так. Почти 30 выбили. Ну, если мы сейчас 22 выбьем процента, я думаю, мы их выбьем. Так, РДДшники по-большому.
Там еще что-то потикало, дотки на них, уетки, все нормально. Так, осмотри, сейчас через 3 секунды будет один гарпун готов. Можешь заряжать. Хуй там, смотри, кош. Блять, в кош 9к, понимаю, блять. В дозорных играйте, пожалуйста. И там по возможности косты. Села по боссу. В смысле, блядь? Писало, что ДБМ пишет на земле еще 10 секунд. Такая же хуйня. Залупа. Ладно, похуй. Смотри, на будущее, когда садишь, говори, хорошо? Интеллика сбить я этому мудаку. Стан не надо было. Ему стан дали. Ты добить его, блять, арда. Так, сейчас еще. Еще этот. Одни мобы и, по идее, должны садить уже. Все, не садиться, понял. Поехали. Дох, я на тебя на пулю первый ловил. Берть его быстрее. В бомбе стоит. Протяни, чеки. Вот и триня. Ну, может быть, а. Так, так, запы я забираю, это БУЕ я их продам. Mm-hmm. А триню так. Там разбирайтесь. А чё, ну-ка. Мне пойдёт, не? Нет, вот куда пойдут. Или ты про чё? На сову не закатит? Нет, не очень. Нет, на сову и бери. Ну, на сову это вообще гуд. Второго законтрольте моба. Лок, дай бан. А, это видите по-братски, а то три нет, нифига, дамаги нет. Надо мажилка чуть-чуть. Давай, давай. Или это для... Где все вообще? Немота. Они немоту дают. По-хорошему было дать возможность...
Васюк, я же говорил, сейчас убьем Астрокрыл, и три на тебя упадут. Да, смотри, сейчас забрал бы, если бы. Говорил. Как не мота душит. Это понятно, только нахуй его, во-первых, вдвоем сагрили, а во-вторых... Они агрятся автоматически второй. Это другой вопрос, нахуй его задамажили. Я уж Телдрин пытался в покаяние кинуть. Доезжайте сюда, доедете, пока мы тут живем. Чем доехать, блядь, бой висит, нахуй. Даже Ваниш не снимает бой, блядь, Питерс. Начальница тоже бой, да? Везде бой. Сейчас один уже умер. О, бой след. От огня отокните что-нибудь там, блядь. Подождите, пока стаки слетят, не агрите никого. Можете покушать сесть, что проще. Куда это? Выучиться покушать. А у всех бой висит вот сейчас? Может скинуть, а умереть? У меня не у всех. У нас нет. Не висит. Риснете Славу или Слава там сам. Сейчас мобов этих почистим. Потом на кону будет. Если он до этого момента не слетит, потом сдохнем. Заебись. Что, на слепкота переписать истерию? Да. Там чуть-чуть дальше отведи, пожалуйста. Не сбили, получается. Слава, танчи моба, а пускай Антон чарджами сбивает тому косты. Uh-huh. Справа, 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 не справа, справа, Слава, блядь. Ты меня слышишь, да, нет? Да слышу, тут тоже один, вон, видишь там. Я сейчас скину станом. Походу, да. Давайте справа цеплять.
Так, давайте, на ком комбо от босса пулем, на ком комбо от нет, отойдите назад. На всех, наверное, есть. Мерзкие глупцы! Ваша кровь закалит оружие, которым был завоёван! Я вроде ДДшу, да, маленько даже? Да, нормально. Я думал, совсем будет плохо. Я еще нихуя не понял, бульс ты сдал, ну ладно. Сейчас глаз протестим. Че почем? Три нет. Рыбка. Давайте, ешьте рыбу, раздавайте бафы. Чтобы это знаешь, что тут делать тактику? Здорово. ШП, прием. А, блядь, базарю с вами, режим рации поставил. Да хуй знает, на каждом сервере, блядь, по-разному, нахуй. В луже не стой просто и все. Когда скажу гимн на ХП дать, гимн на ХП дашь. Ну, когда Кирюха скажет каст, то превращаем каст. Там, когда будет стоит? Кастовать? Ну, у нас будет стоять огонь и третья, поэтому, блядь, похуй. Ну, вот так, да? Короче. Ну, как куда? Ну, силу земли можешь поменять на этот... на броню, потому что сила земли нам даст ДК. Гнев воздуха. Это что у нас? А, нормально. Защита от огня. Хуй его знает, у нас есть аура от огня. Я могу тотем на ману поставить. Наверное, будет лучше. И зачем, если на вас каска и МП5? Они же не стакаются. Хилище тотем поставь вместо него и все. Да, вот тотем хилище вообще хуйня. Ну, а что еще ставить? Больше вообще нихуя. Ну да, лучше хилище поставь, хоть что-то пускай будет. По 250 тикает. Да похуй, лучше, чем ничего. Проверяйте бафы там. Давайте дух пускай на боссе будет. А Слава поводит трэш. Ответственный кто будет за лопание мулов? Вася или Лок? Да хуй знает, мне кажется, Лок, наверное. У него... Так, сейчас, погоди, посмотрим. У Васи под замком. Там надо просто критнуть один раз и все. Там жгучая боль как раз. Ну вот. Мобы, когда я завожу в этот, в бассейн. Моба заводят моба в бассейн, он каменеет, в него надо один нюк дать критовый и все, он взорвется. Только когда танк это идет, потому что иначе ты танку тоже бобо сделаешь. Слава, будешь анонсить, чтоб взрывали. Все, дух по готовности. Когда буду говорить стоп каст, стопнули каст. Массакры будут уже озвучивать.
Первый Ладомир даст, второй Егор. Потом гимна ХП, потом Транквил. Гер, дали, поехали. В эту лужу не стоять. Следующая массакра твоя, Егор. Разбивай, смотри. Хлопайте моба. Все, все, все. Стоп-каст, сакра. Да, дай поднамажить, отстань. Он тебя хейтит, Вась. Прохиливайте суфа. Разбивай, смотри. Моба лопайте. Стоп-каст. Дай этот гимн на ХП. Васек, следующий твой транквил. Потом Дэн дашь транквил. Хуяся, ачивка. Лопайте моба, стоп-каст, транквил пошел. Лива у него нет? Нет, ну разве что фронталка из рук. Владимир, у тебя откатилось? Сакра. Значит, твоя следующая. Жми. Этот док, перехвати моба, перехвати в ковше. На суфи он. Сейчас выпрыгну, заберу. Стоп-каст. Дэн, дай транквил. Ну, я уже просто это, блядь, отдал. Ладно, так прохиливай. Разбивай моба. Нет, ковша. Лопайте моба. Хорош, все по боссу. Так. Сколько там до сакры? Стоп-каст. Ну и все, в принципе, больше заводить не буду. Там так добьете. Все, доигрывать.
Хорош. Опа, перчаточки. Так, ЗАП это тоже БУЕ. Отказываемся. Вторые уже такие, блядь. Где, по-моему, с РП были? Ну, на прошлом КД у нас такие же десятки падают. Ну, они что-то часто падают.